Игорь, ясно, чтобы не погасло. В нашем сегодняшнем выпуске мы поговорим о паяльной лампе. Эксплуатация паяльного оборудования и в наши дни, в эпоху научно-технического прогресса, когда паяльная лампа своими руками уже не изготавливается, все равно является достаточно распространенным явлением, поскольку, несмотря на свои годы, такое оборудование обладает рядом преимуществ в сравнении с современными приборами-аналогами, например, феном промышленного предназначения. Легко разжигается при низких температурах, не зависит от источника электропитания. Что же еще нужно знать о паяльной лампе? Каковы ее особенности и для чего ее можно использовать? С этими вопросами мы обратились к инженеру-конструктору предприятия «Моторсич», где среди прочих товаров народного потребления выпускают и нужное нам изделие. Данное изделие – это лампа паяльная LP2M. Данная лампа паяльная, она предназначена для выполнения работ, где нужна высокая температура. Например, при укладке рубероида, при обжигании, например, того же курицы, кабана, если в селе это надо. Но при этом нужно использовать топливо более экологичное, потому что бензин нельзя использовать для этого. В зимних условиях иногда применяют для отогрева двигателя. Не всегда это можно делать, это небезопасно, но люди используют. Правда, для животноводов, которые такую лампу используют для обжига туш, рекомендуют другой вид топлива, не бензин. Ее не нужно заправлять бензином, ее надо заправлять очищенный керосин, который используется в примусах, либо для разжигания костра. Он не дает при сгорании вредных веществ, кроме как СО2 и все. Если рассматривать историю создания паяльной лампы, то это произошло в далеком 1881 году в Швеции. Ученый Карл Гикард Нюрнберг тогда изобрел устройство, в котором горючее вещество, в качестве которого можно было использовать керосин, спирт или бензин, в лампе переводилось в газообразное состояние, после чего пары сгорали, образуя струю огня. Кислород для горения данных паров поступал из окружающего воздуха. При этом струя испарений из форсунки как бы затягивала окружающий воздух в область горения, что обеспечивало стабильную струю огня. Со временем, конечно, паяльные лампы совершенствовались, но все физические принципы остались с тех пор такими же. Так что можно сказать, что мы в современном мире пользуемся почти такой же лампой, как и наши предки более 100 лет назад. Паяльные лампы такого типа были разных размеров. Встречались даже вот такие. Наверное, ею ракету перед полетом в космос разогревали. Такие внушительные размеры у этого экземпляра. Чтобы разобраться, как это сделано, мы побывали на участке сборки паяльных ламп предприятия «Моторсич». На «Моторсичи» и дочерних предприятиях паяльная лампа выпускается еще с советских времен. Изделие популярное, востребованное, потому что в сельской местности это, наверное, большая часть пока что еще остается наших регионов, она еще востребована. Стандартная бензиновая паяльная лампа представляет собой корпус, который используется в качестве резервуара для топлива, на котором закреплены все элементы лампы вместе с ручкой. По сути, в конструкцию паяльной лампы помимо корпуса с ручкой входят насос с клапаном для закачивания воздуха и нагнетания давления в лампе, сифонная трубка, по ней подается топливо в испаритель, собственный испаритель для перевода топлива в газообразное состояние, игольчатый кран для регулировки интенсивности подачи топлива, жиклер – это элемент, через который подается топливо в область горения, заливная горловина с крышкой, через нее заливается топливо, и проволочка для прочистки форсунки. Она нужна для очистки форсунки от гари, оседающей в сопле. Само же производство начинается с изготовления деталей лампы. Делают из листа металла вот такой бак. Цельный, вытяжка. Только вставляется дно, дно приваривается, припаивается. Приваривается сваркой. Здесь тоже ручка отдельно гнется, контактной сваркой прибивается. Здесь идет трубка и обварена тоже. Здесь дуговая сварка. Цельный получается бак, цельный, неразъемный, неразбираемый. Бак обязательно проверят на герметичность. Это важно, ведь в нем будет нагнетаться давление с помощью насоса. И если бак будет не герметичен, лампа работать не будет. Все съемные детали самой горелки плотно прикручивают. Здесь сейчас нам идет наматка
уплотнение, для того, чтобы давление из баллона не проникало наружу. Так как здесь высокая температура, здесь уплотнение не используется резиновое, используется мононить на основе, нить, сделанная на основе асбеста, то есть выдерживает высокие температуры. Не плавится, не горит, не тлеет. А работает паяльная лампа очень просто. Внутрь заливаем топливо, бензин, после чего закрываем горловину крышечкой с винтом и уплотнителем. Далее с помощью ручного насоса закачиваем воздух, чтобы создать внутри высокое давление. Но сперва давайте разберемся, как работает насос. Чтобы накачать воздух, мы давим на ручку. Ручка соединена с поршнем, который нагнетает воздух в цилиндр. Клапан передачи воздуха – настоящий авиадиспетчер. Чтобы воздух не выходил из камеры, клапан преграждает ему путь. Он контролирует ситуацию, пропускает воздух в камеру и не выпускает обратно. Как же клапану это удается? Здесь идет клапан. То есть данный клапан пропускает давление только в одном направлении. При сжатии штока у нас давление идет в эту сторону, назад его не пускает клапан. За счет этого нарастает давление в баллоне. Он работает по такому же принципу, как и велосипедный насос. Попадая в клапан, воздух из камеры давит на шарик. Тот блокирует воздуху проход в цилиндр насоса, и выход закрыт. Но как же тогда воздух проходит в камеру? Чтобы накачать в камеру воздух, мы опускаем ручку вниз. При этом поршень тоже едет вниз. Он давит на воздух, который находится под ним, то есть в камере. Это логично. Добравшись до клапана, этот воздух тоже давит на шарик, только в обратном направлении. Таким образом, на клапан сразу воздействует с двух сторон. Воздух из нашей камеры норовит сместить шарик вверх и закрыть проход, а воздух из насоса – вниз. И кто же выигрывает? Конечно же, воздух из насоса. Давление воздуха, который закачиваем мы, выше давления в шине, поэтому шарик в клапане опускается вниз. Таким образом, воздух движется свободно. Как только мы прекращаем накачивать воздух, шарик возвращается на место, блокируя обратный поток воздуха. Вот так. Давление создали. А что дальше? Лампа сделана, получается, состоит из у нас баллон, в который заливается рабочее топливо. Это либо керосин, либо бензин. Дальше у нас идет насос, которым у нас нагнетается рабочее давление. И дальше в данной лампе идет дозирующее устройство. Для того, чтобы начать работать с лампой, нам нужно вот в эту ванночку залить топливо, бензин. Дальше его поджигаем. Разогреваем горелку, потому что пока она не прогреется до минимальной температуры, не будет происходить процесс горения и испарения топлива. После того, как мы накачали давление, дальше мы используем дозирующее устройство, откручиваем иглу. Идет подача топлива в испаритель, и тогда уже пары топлива поступают в сопла. Отсюда выходит определенная длина пламени, которую этой же ручкой мы регулируем. Полный прогрев лампы и выход на рабочий цикл происходит через 5 минут после того, как налили ванночку топлива и начали разогревать. Пламя примерно длиной 25 сантиметров. Примерно в середине пламени находится в рабочей температуре, она будет достигать 1200 градусов. Это при работе на бензине. При работе на керосине может быть чуть меньше. Это удивительно, но сам по себе бензин не горит. Если говорить точнее, то воспламеняется не чистый продукт нефтепромышленности, а его испарение. Благодаря испарителю, который разогревается до 600 градусов, у нас получается не струя бензина, а струя паров, которые, сгорая, образуют струю огня. Сюда можно налить до 2 литров, но нежелательно наливается примерно 75% от вместимости баллона. Потому что над топливом должна еще образовываться воздушная камера, на которой будет создаваться насосом избыточное давление. Это давление будет выталкивать топливо в испаритель.
Что там происходит? В испарителе топливо нагревается, а затем смешивается с кислородом. В условиях отсутствия кислорода никакое топливо гореть не может. Именно это свойство часто используют при пожаротушении, когда воспламенившийся участок забрасывают, например, песком, который перекрывает доступ кислорода, прекращая тем самым реакцию горения. Бензин не горит, потому что в высокой концентрации и недостаточном количестве воздуха он не может возгореться. Он должен перемешаться с воздухом, и тогда будет гореть только топливно-воздушная смесь. Сам по себе топливо не может гореть при ограниченном количестве воздуха. Отрегулировать форсунку необходимо таким образом, чтобы бензин сгорал быстро и полностью на небольшом расстоянии. Когда пламя станет синим, лампа вышла на рабочий режим. Здесь полость пустая, она нагретая. Топливо, попадая в раскаленное пространство, сразу же испаряется. И сюда уже вверх идет только пары. Данная деталь очень нагрета. При выходе на рабочий режим вот эта часть лампы полностью раскаляется до красна. Паяльную лампу можно использовать для размягчения краски. С ее помощью удобно размягчать старую краску на различных поверхностях. Здесь лампа выступает в качестве термопистолета, который не у каждого в строительных инструментах завалялся. Да и стоит такой пистолет намного дороже и не обладает подобной автономностью, так как требует подключения к электросети. Кроме этого, лампа довольно экономичная. Расход данной лампы при использовании на бензине 900 грамм в час – при использовании керосина расход 750 грамм в час. То есть здесь заливается примерно литр, беспрерывно она может работать час. Дальше все равно требуется ее выключить, остудить, а тогда только раскручивать насос и добавлять. Еще один способ применения паяльной лампы – для отогревания замерзших водопроводных труб. Разумеется, не пластиковых. Если трубы с водой замерзли, то такой лампой очень удобно расплавить лед в трубах благодаря большой теплоотдаче. То же касается и отогревания замерзших навесных замков на гараже или сарае. Правда, важно помнить о технике безопасности. Лампа работает на бензине и керосине, и температура рабочего пламени у нее достигает 1200 градусов в рабочей зоне. Ну а для похода такая лампа может стать просто находкой. Ее можно использовать для разжигания костров и приготовления пищи. Так лампа может сыграть роль туристического примуса, например. Конечно, за час-полтора непрерывной работы топливо в лампе кончится, но за это время можно и борщ приготовить, не то что чайник вскипятить. А вот доливать топливо в процессе работы строго запрещено. Запрещается при разогретом испарители и сопло, когда раскаленное, откручивать насос. Потому что отсюда, здесь нагнетается давление. При откручивании гайки идет разгерметизация, отсюда выходят пары. Здесь происходит огонь. Пары распространяются очень быстро. И получается, возгорание здесь может произойти. Опалить лицо, руки не рекомендуется. Не то, что не рекомендуется, запрещается. Впрочем, конструкцией лампы предусмотрен защитный механизм. Вот это сечение на резьбе не даст парам распространяться хаотично. Делается предохранительная проточка. Вот как раз данная проточка, которая есть на резьбе, она служит для того, чтобы обезопасить пользователя. Если вдруг человек все-таки надумал после того, как лампу выключил, но она еще горячая, открутить насос, при откручивании гайки первое, куда выходят пары, это в эту проточку. И идут в самые дальние точки от огня. Пригодится такой паяльник и для расплавления различных битумов, мастик и смол. При производстве строительных работ часто возникает необходимость разогреть до жидкого состояния смолы и битумы. Сделать с помощью паяльной лампы это намного быстрее, чем разводить костер. Также паяльная лампа пригодится при наклеивании такого материала, как стеклоизол, когда необходимо одной из сторон разогреть. В общем, получается какая-то лампа Аладдина. Ну а кроме шуток, анализ спроса на рынке стройматериалов свидетельствует о том, что бензиновая паяльная лампа пользуется недюжинным спросом у потребителей такого рода продукции.